Четвертый Всероссийский форум рабочей молодежи продолжает свою работу в Зауралье. 7 декабря в Курганском областном лицее-интернате для одаренных детей, для молодых профессионалов прошли проектная сессия. Тактические действия в молодежной политике по формированию профессиональных сообществ. Интерактивный практикум развития предпринимательских компетенций, профессиональной рабочей деятельности. Мастерская «Трудовое единство молодежи». Много познавательного узнал. Достаточно интересное мнение про профсоюзы. Сейчас была конференция. Я достаточно мало знал об этой схеме, и сейчас много нового почерпнул для себя. Допустим, хотелось бы такую организацию, чтобы вот у нас она тоже развивалась, наверное, в техникуме, чтобы можно было отстаивать какие-то права своих студентов и как бы для улучшения их жизни или обучения. На практической сессии актуальная повестка молодежной политики знаниями и опытом с ребятами поделятся представители органов власти, работающих с молодежью. Начальник отдела Департамента образования и науки Курганской области уверен, что государство заинтересовано в том, чтобы молодой человек был как можно более активен. Основные сферы, которые его касаются, это целостные ориентиры, социальное положение, работа, качество жизни и образование. Это образование, профессиональное образование, да, дополнительное образование, повышение квалификации, повышение профмастерства и так далее. Молодежная политика государства – это инструмент для решения вопросов этих сфер. Для этого организуются 4 всероссийских молодежных форума. 9 форумов во всех федеральных округах. Региональные и муниципальные форумы по всей стране. На воркшопе «Профессиональная траектория» рассказали о развитии молодежного форума Союза WorldSkills Russia. Движение включает в себя 3 основных блока – WorldSkills, JuniorSkills и FutureSkills. FutureSkills – это компетенции будущего, назовем их. И вот дальше туда, в эту категорию Future Skills, входят высокотехнологичные компетенции. Там, оператор станка ЧПУ, реверсивный инжиниринг, компетенции, прототипирование, интернет вещей. Напомним, что 4-й Всероссийский форум рабочей молодежи проходит в Курганской области с 5 по 9 декабря. Участие в нем принимают более 260 представителей рабочей молодежи из 24 регионов России. Организаторы мероприятия – Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Курганской области при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Елена Шевкунова, Светлана Епифанова, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру».